Привет, друзья, и добро пожаловать в новое видео. И в этом видео я покажу вам оформление моего ежедневника на январь. И, ну, раз январь, значит, наступил Новый год, и, следовательно, у меня новая тетрадочка для ежедневника. В этом году я выбрала вот такую, она очень мягкая, такая приятная. И вот с таким вот рисунком. И сейчас я вам покажу, как я оформила свой ежедневник на месяц январь. И начну я, как всегда, с первого разворота. Январь я решила оформить, за тематику взять Великобританию, Лондон и все, что с ним связано. Поэтому здесь у меня вот такая вот картиночка, где, наверное, все достопримечательности и все такое, что нам может напоминать о Лондоне или Великобритании, это автобусы, телефонные будки. Вот. И, значит, первый разворот у меня, как всегда, это календарь на месяц январь. Следующий разворот, опять же, как всегда, у меня ничего не меняется. Разворот, который со мной идет уже несколько лет, это одежда, в котором я, как всегда, расписываю одежду на месяц, которую я планирую одевать. Ну и вот так я его оформила. Затем следующее – это про уборку. Расскажу, опять же, как я ее веду. То есть по одной зоне каждый день. Этим разгружаю для себя выходные, субботу и воскресенье. То есть понедельник – это туалет, вторник – спальня, среда – зал, четверг – коридор, пятница – это кухня и ванная комната. Это эти зоны, которые я убираю в этот день. И, следовательно, суббота и воскресенье остаются свободными. И также здесь у меня генеральная уборка. В месяце январе я решила обратить внимание на три зоны, то есть это туалет, спальня и зал. И тут у меня расписано, что необходимо убрать, помыть, там, разобрать шкаф, тумбочки, окно, помыть лампу и так далее. Для генеральной уборки, которую я делаю по раз в 3 месяца, скажем так, обращая на что-то внимание, да, по таким зонам. Следующий разворот у меня про правильное питание. Мой канал – это о правильном питании, о похудении. На моем канале есть очень много видео про правильное питание и похудение. И здесь один разворот у меня именно уделен этому правильному питанию, где я буду расписывать идеи завтраков, ужинов, спорт, и также записывать результаты за месяц. Следующий разворот – это YouTube, где будет написано, какие видео у меня будут выходить. На моем канале они выходят 2 раза. В неделю, так что подписывайтесь. И также идеи для новых видео. Хочу сказать огромное спасибо новым подписчикам, которые пришли. Я каждому из вас очень рада. И смотрите видео, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать, которые выходят 2 раза в неделю. Ну и следующий разворот – это доходы и расходы. Вот так вот он выглядит. На моем канале есть отдельное видео, где я рассказываю именно, как я его веду. Ничего не поменялось, все так же остается. Обязательно можете зайти, кто не видел видео подробно о том, как я веду подсчеты о доходах и расходах, вы можете найти на моем канале. И следующий у меня уже идет разворот на каждую неделю. Также на моем канале есть он. А если у вас есть желание или какие-то вопросы по какому-то из возможных разворотов или о том, как я веду ежедневник, то вы можете написать мне в комментарии вопросы, которые вас интересуют, и я постараюсь на них ответить и снять вам видео. Ну, вот так вот будет выглядеть мой ежедневник в этом месяце, в месяце январе. Я же всех вас поздравляю с Новым годом. Я желаю, чтобы этот год был бы намного лучше предыдущих. Спасибо еще раз всем за просмотры.
Если не подписаны, то подписывайтесь. Каждому из подписчиков я очень-очень рада и благодарна. Ну а мы с вами встретимся уже в новом видео. До скорых встреч. Пока.